В школах и колледжах 29-30 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе. Накануне состоялось совещание по вопросу проведения учения. Его провели представители Минпросвещения и чрезвычайного ведомства. Они в том числе обсудили учебные вопросы в отдельных регионах России в связи с СВО. Всероссийские учения организованы Минпросвещения России совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.